Друзья, коллеги, приветствую всех на новостном канале MediaVision Magazine. Рад сообщить, что на интернет-сайте журнала MediaVision опубликован очередной сентябрьский номер журнала. В нем, на мой взгляд, довольно много интересного, а конкретно вот что. Анонс новинок некоторых компаний-участниц выставки IBC 2022. Atomos придает своим устройствам совместимость с облачными рабочими процессами Frame.io. Проекционные насадки Godox расширяют возможности светодиодных прожекторов. Тайский вещатель выбирает систему автоматизации Playbox Neo. Аудиомикшеры Lavo помогли придать дню взятия Бастилии отличное звучание. Массовые батальные сцены в кино. Как они создавались раньше и как создаются теперь. Объективы Zeiss. Оптика для воссоздания на экране спасательной экспедиции. Реструктуризация коллектива продаж и консалтинга Riddle Communications в регионе EMEA. 30 передатчиков TVU One. Мощный флот для новостного агентства Турции. Спортивный характер вещательных видеокамер GVC-GY-HC900. Аудиомикшеры Calric. Мнение профессионального звукорежиссера. Гибридная форма образования в университете Бамберга. Без решений Sony не обошлось. Ford и Agile. Традиционно рука об руку. Ручные электронные стабилизаторы для камер. Настоящее изобилие. Заходите на сайт, читайте журнал, оставляйте свои замечания, комментарии, пожелания в телеграм-канале MediaVision Magazine. Напоминаю, что на сайте есть возможность скачать как номер целиком, так и по отдельным статьям. До встречи!